Вот так дружно 11-классники одной алматинской школы в преддверии 9 мая организовали благотворительную акцию для Дома ветеранов. Школьники активно взялись за работу, привели в порядок двор, обустроили клумбы и вывезли мусор. Все это мероприятие организовали наши родители, родители наших детей. Мы в этом году заканчиваем школу, 11 класс. Сейчас вот работаем, пришли сюда вот так, под таким девизом. Тысячелетие посвящается городу Алматы и тысячи добрых дел. Вот такой примерно девиз. Вот под этим девизом мы пришли помочь сегодня Дому ветеранов, оказать какую-то помощь, поговорить с ними, посмотреть, как они живут, о чем думают. Может, расскажут, о чем думают, что их волнует. Ну и чтобы они какие-то нашим детям дали, наверное, напутствие. Мы думаем, что это войдет в нашу традицию, да, потому что наши дети проводят ежегодные благотворительные акции в школе под названием «Жилы-жирек», «Аяулы Балапан». Мы работаем с детским домом, то есть такие благотворительные акции у нас проводятся. Ребята признаются, минуты, проведенные рядом с людьми, которые прошли через столь страшные события, ценны для каждого из них. Для детей это уже не просто посещение, это традиция, дань уважения и памяти всем тем, кто сражался за чистое, мирное небо над головой, всем, кто не дожил до наших дней и тем, кому лично можно сказать спасибо. Мы должны чтить то, что для нас сделали ветераны, ведь без них, то есть, не было бы нас. И, конечно, в будущем, когда их не станет, к сожалению, мы должны помнить и, то есть, пронести это через всю свою жизнь, передать это следующему поколению, чтобы оно передало следующему и так далее, чтобы никогда это не умерло в нашей памяти, то, что сделали наши предки. Мы должны помогать им в силу их возраста, дабы... Ну, мы этим самым показываем свое уважение старшим. Мы сейчас в расцвете сил и имеем возможность заняться тем, чем другие, возможно, уже не могут. Вот я про такого рода мероприятия. У нас много, и мы с удовольствием помогаем людям, живущим здесь. Недавно школьники провели благотворительную ярмарку для детского дома номер 2. На собранные средства детям купили небольшие подарки и организовали поход в аквапарк. Добрые дела ребята творят от всей души. Они надеются, что благодаря их примеру в Алматы волонтеров станет еще больше.